Битва — это ритуал. Магия помогает мне защититься. Я борюсь с противниками мечом и щитом. Ангелы-воины, владею небесной магией. Этот мир, как я устала от него. Нет в мире оружия, неизвестного мне. Всем доброго времени суток! Здрасте, это я! С вами снова давно мы... Что-то я прям слишком много этих звуков издаю, как порося какая-то. Короче, Sacred Underworld, то бишь... А, сейчас, подожди, тут что-то... А что это? Подожди. А ты куда? Я уезжаю. Ребята... Короче, дубль 2. Sacred Underworld давно не было. А вы его неплохо смотрите, вроде как. Ну, сейчас, подожди. Эй, все нормально. А то вот будет смешно, если я в середине прохождения потеряю совесть и вот это дело. Короче, дубль 3, Sacred Underworld. Играем мы с вами. Кто-то мяукает, и это не моя кошка. Давно не было, а вы неплохо смотрите. Я это уже говорила. Поэтому кошка загораживает обзор. Ну, наверное, вам не надо смотреть. Она решила так. Асюнь, я, конечно, все понимаю, но этого я не понимаю. Ты очень красивая, я не спорю. Наверное, ребятам будет очень интересно на тебя посмотреть. Но они приходят посмотреть на меня, ты понимаешь? Понимаешь? Вот иди. Куда ты? Подожди. На хулиганит. Она сносит все на своем пути ногами своими. Так. Да, у моей кошки ноги. Что вы мне сделаете? Осуждаете вы себя? Осуждаете. Можете прямо в комментариях написать. Тьфу, осуждаем за ноги. Хорошо. Все, погнали. Я все включила. У меня все включено здесь. Как в лучших отелях Турции. Собираем. А мы с вами куда шли? Куда? Куда? Мы с вами шли в лесопосадку. Глянь, она прям настойчива. Она настойчиво хочет с нами сегодня присутствовать. Ну, в лесопосадку, значит, в лесопосадку. Хорошо. В лесополосу. Спокойно. Спокойно. Так, а вы что думаете? Я что, я сейчас колдану? Волшебный пшик. И будет вам счастье. Откуда вы беретесь, а? Понятно. Так, идем. Мы с вами идем. Идем. Идем дорогой трубы. Чешутся усы. Зеленый, маленький и уродливый. Ты должен радоваться, что я окончу твои страдания. Согласна. А надо посмотреть, что по звуку. Что у меня по звуку? Я не помню, нормально меня слышно или плохо? Настройки. Давай вот так сделаю. Окей. О, нормально. Это лучники. Подожди. О, нормально. Идем куда надо. Вот так. Опа, пацаны. Какую-то камбуху надо сделать. Надо уже сделать какой-нибудь комбо-прием. Твой рот должен быть уничтожен. Состоящий из нескольких вот этих магических заклинаний. А, он умер? Все нормально. Все нормально, он умер. Блин, они еще бегут. Ну ты что, идешь? Или ты сестра, что такое? Асюнь, твоя шерсть летает здесь и все чешется. У меня от нее. Так. Да, глянь. Ну, это уже моя шерсть, извиняюсь. Так, что? А вот это точно твоя, Асюнь. Так. Она, кстати, вот она сидит, смотрите. Вот она. Малышка моя. Так, да что такое? А, вспомнила. Мы идем с вами выручать Крипера. Ну, еще одна халявная лошадь, нормально. Да что такое? Говно какое-то. Да... Говнище прям. Опа.
Да что такое? Прям не могу. Чешется и все. Опа! Вызываем подмогу. Спокойно. Лютый парень. Хе-хе-хе, не попал. И умер. Почему так чешется? Знаете, мне кажется, что делаю вентилятор. Вентилятор дует и гоняет шерсть, а шерсть прилетит на меня. Я не знаю, почему именно на меня, но мне кажется, это так. Опа! Притаился. Там он лох. Вообще. Обоссанный. По ходу дела. Так. Что это? Эндрис, это колбаса. Но похоже не на колбасу. О! Собака! Собака умерла. Грустно. Гринпис такое бы не одобрил. Только орк мог оказаться настолько глуп, чтобы встать у меня на пути. Да уж. Жесткие мы женщины. Жесткие. Вильбур. Свобода, наконец-то. Я бы больше не вынес этих пыток. Прошу вас, отведите меня к принцу Валору. То, что я был в плену, помогло мне кое-что узнать. Орки собирают армию на юго-западе, в ущелье Виверн. Нам надо спешить. У шамана должна быть руна, открывающая портал. У того самого шамана. Ну, вы поняли. Который... Ну, вот это. Ты боишься меня? Для начала неплохо. Я не трону тебя, если ты пойдешь со мной и будешь помалкивать. Ай-яй-яй. Давай дадим ему меч. А, благодарю. 17. И щит. Забудьте. Че? Я ж тебя не прошу свои доспехи надеть, в конце концов. А все остальное у меня лучше. А, о! Чуть-чуть я куда-то непонятно куда. Что-то произошло. Так. Есть портал. Правда, не помню. Нам в него или не в него? Нет, нам не в него. Пойдем. Вильбур. А, нам вниз. Вильбур, идем. Идем, Вильбур. Вильбур, догоняй. Нагоняй, Вильбур. Я спортсменка. Усейн Болт в юбке. Он просто бегает вокруг. Нормально. Интересный. Хорошая тактика, в принципе, да, сражение? Просто бегать вокруг. Этот парень чертовски гениальный. Куда ты пошел? Мне неплохо было бы помочь. Вильбур. Черт, а. Просто бегает. Вильбур! Крыса. Нет, ты глянь! Он просто убегает. Зачем я дала ему меч и щит? Щит нужен, чтобы защищаться. Я ненавижу орков. А он вместо этого убегает. Воняете и еще... Подождите, пацаны, я колдую. Вы не рассыпаетесь в пыль. Пацаны, погодите, я колдую. А, уже не колдую, подожди. Ну, гоблин-шаман. Что такое? Опа, пацан с арбалетом. Его надо уложить, ребят. О! Плюс очко. Че, да, че. Магические знания. Сила преисподней. Телосложение. Давай телосложение качай. Зачем, не знаю, но пусть будет. Я колдую, пацаны, подождите. Я снова колдую. Такая сегодня колдовская серия будет. Что происходит? Смотри уже, пожалуйста. Ой, потеряла кнопку.
Только орк мог оказаться настолько глуп, чтобы встать у меня на пути. Что происходит? Что все на меня нападаете? Я просто иду по делам. Сейчас еще сделаю вот так. Опа! А Вилбер так не может. А я могу. О, колодец. Не надо. Хорошо. Кому-нибудь нужна здесь моя помощь? Хоть кому-то. Конюх. Конюху точно не нужна моя помощь. Это не мое. Он так смешно бегает. Что? Похоже, хорошо. Это задание подразумевает насилие. Я берусь. Не, не хочу выполнять твое задание. Оно неинтересно. Эмма, музыка, конечно. А чё ничего не было? Бери. Что? 21? А у меня 28. Забирай. Это тоже я уже сравнивала. Забирай. Да-да. Это забирай вообще не мое. Это мне не подходит. Это меня полнит. Это меня худит. Я не гладиатор. 54, 61. Говно. 27, 29. Забирай. 20. Это я, по-моему, сравнивала уже. Забирай. И это сравнивала уже. Забирай. Это на вампирессу я не сосу. Это не мое. Это тоже не мое. 7-14. О, меняем. Это забирай. Забирай. Так, давай, дай мне зелюхи. А здесь что-то есть по броне? Может быть, есть что-то лучше, чем то, что у меня. Что это? 54. А на мне 61. Берем. Меняю. Отлично. Хорошо. Хорошо, замечательно, прекрасно. Еще хочу зелье. О, видишь? Работает лайфхак. Скоро все будет забито зельями. Как листочками в Far Cry. Только листи зельями. Помним, да, мое главное правило? Набираем как можно больше зелий. Все остальное вообще нам не взралось. Главное зелье. А, мы к Валору шли. Я забыла. Я уже забыла, зачем мы сюда пришли. Так, подожди. О, нормально. Подрезали еще убийца. Вы спасли Вилбера. Спасибо вам. У меня есть для вас еще одно задание. Оно связано с нападением орков. Отправляйтесь к барону де Морре в замок Скала Воронов. Передайте ему сообщение о том, что мне нужны его армии. Вместе мы сможем остановить вторжение орков в ущелье Виверн. Вилбур пойдет с вами. Вам пригодится его лук и меч. У него только мой меч. Мой щит. А лук у него нет вообще. Терпеть не могу представителей рода Моргаста. Ну, если приходится выбирать из двух зол, выбирай меньшее. Хорошо. Пойдем. А, стой. Зачем пойдем? Тут же еще задание у меня было. Вернись. Извиняюсь. Есть одно задание, коротенькое, надо его выполнить. Убить 3 шаманов-орков. Как это? Будь шаманов королем. Всех шаманов королем. Если дух твой силен, будь шаманов королем. Слышишь эту песню, да? Смотрели? Классный сериал, да, был? Спокойно. Слышь? О-о-о-о-о!
Подожди. Давай обмениваться любезностями. A few minutes later. 12 seconds later. 3 days later. 3 weeks later. Many months later. 6.5 hours later. 1 eternity later. 2,000 years later. 3:28 a.m. Tomorrow. Day 2. Day 3. Day 4. Это надолго, ребят. Воняете, и еще, когда я вас убиваю, вы не рассыпаетесь в пыль. Да что? Тогда я тебе чапалах отвешу. О, еще один желающий. Пустыня, кстати, не люблю вот именно вот этот отрезок пустыни. Там еще впереди будет такой же. Вообще не люблю. А что, тут никого нет? По-моему, в прошлое прохождение, когда я играла не на запись, у меня постоянно это место баговалось и не засчитывалось по заданию. Ну да. А что вообще надо делать? Хвостовство называется это задание. Обычно не трачу время, когда надо показать какому-то бедняге, что я могу, но раз уж я здесь, могу заткнуть его 3 великолепными свидетельствами. А что надо-то? Ну, вот тут. Да? А что не так? Походу ничего. Ладно, пойдем, Вилбур. В ущелье Виверн. О! Пацаны! Вас-то я искала. О, подожди. Я колдую, подождите, пацаны. О, кстати, можно вот это. Чтоб опыт капал больше. Да что? Да куда? Да пацаны. Ну это нечестно, пацаны. Да куда ты, стой? Радоваться, что я окончу твои страдания. Умри, пожалуйста, спасибо. Череп шамана 1 из 3. А чем тебе не угодили 2 других шамана, которых я убивала? Что было с ними не так, скажи, пожалуйста. Товарищ демоница. Объясните мне. Что было не так с теми шаманами? Ой-ой-ой. Ну ладно, давай иди сюда. Я быстренько тебя побрею. Бежит за мной. Ну, я поняла, да. Угу. Похоже, что да. Пойдемте, короче. Пес мой смердячий. Вилбур, пойдем. Пойдем, Вилбур, пойдем. Пойдем, не бойся, Вилбур, пойдем. Пойдем со мной. Пойдем, не отставай, Вилбур, пойдем. Пойдем. Вилбур, видишь? У нас здесь друзья. Все, видишь? Они пришли к нам, чтобы нам было весело. Вот так. Меня за деревом не видно. Ну ничего. Ну ничего страшного, верно, ребят? О, еще. Вот, иди дерись. Да что?
О, нормально. Подгон хороший. Шаман! Снова ты. Мой белоголовый друг. Да, блин, сколько вас здесь? Да нет же, ну нет же. Ну хватит. Я буду драться. Хорошо. Да глянь, зажимают. Это же контент 18+. Это как тот мем с девочкой на диване. С косичками. Только я не с косичками. Я с рожками. В окружении небольших и сильных мужиков. Этот контент уже нельзя показывать на ютубе. Да сколько? Сколько можно? Неужели вы не поняли, что плохо заканчиваются ваши такие аттракционы? Шаман. Я билет на концерт не покупала. Уходи. Мне не нравится такая музыка. Извини. Опа. Ой, лучше так не делать, ребят. Ой-ой-ой. Так, забирай. Тар-тара-тара-та. А, музыка какая. Господи, забирай. Все, забирай. Нет, подожди, не забирай. 37, 26. Поменять. Шапку надо. Забирай. Это что? 6. А мне этот больше подходит. Забирай. Покупаю у тебя зелюшки. Нет, просто вдруг у него есть на меня что-то покруче. Еще зелий хочу, давай. Работает фича. Только выложить успел, а я уже все скупила. Ладно, пойдемте. А нам куда? Эмма. Нам сюда. Так, ну хорошо, хорошо. По прямой пойдем. Сейчас поставим метку. Вот так. И пойдем по прямой. Можно, конечно, вот так через эту домушку наведаться. Посмотреть, что там. А что там? А что бы ты не посмотреть? Давай сходим. Все отлично. Пошли. Вилбур, пойдем. Опа. Еще один бедолага. Так. Снова шаман. Опа. Платье выронил. О, мое платье, кстати, не меня. 59. Эй, плохое платье. Нет, отстаньте. Отстаньте, не хочу драться с вами. Вы неинтересны мне абсолютно. Отстаньте. Отстаньте, абсолютно неинтересно с вами. Абсолютно. Не хочу. Ну, нет. Нет, нет, нет. Козел. Ладно. Хорошо. Веселуха. Я сейчас устрою. Вот этого надо накрыть. В первую очередь его. Дай мне полминуты. И с тобой покончим. Так, Вилбур, не... Ах ты! Чуныш, блин! Убежать умудрился. Хорошо. Вилбур опять спит. Вилбур не выспался сегодня. У Вилбура... Это... Нарколепсия называется, по-моему, болезнь. Когда постоянно засыпает человек. Вот Вилбур тоже постоянно засыпает. Просто, видимо, его мама в детстве укладывала под звон меча. Он, когда слышит звон меча, он сразу засыпает. И куда мне это засунуть? Ну, засунь куда-нибудь. У тебя много интересных мест. Непонятно, что ли? Ну, что ты мне рассказываешь? Вот я сейчас засуну. Я найду сейчас, куда засуну. Ты что думаешь, не найду? Я найду. А я найду. Хоть что-то, но я засуну в тебя, дорогая моя. Хоть что-то. Вот. Ладно, арбалет не засуну, подожди. Да елки. Если ты думаешь заставить меня это нести,
то кто-нибудь из нас точно лишится жизни. И это буду не я. Пойдем. Все, недовольная. Да глянь, заколебешь. А, это уже другие, нормально. Это наемник де Мордри. Мы, кстати, к нему и идем, к этой морде. Держу в курсе. Идем к какой-то морде. Спокойно, пацаны. Искусительница? Ну, прям искушает, да. Прям серьезно тебе говорю. Прям неплохо так. Да глянь, это уже какой-то не искуситель абсолютно. Колдую! Сейчас мой этот... Пластинка моя разберется. Диск. Как тебе мои треки? Хватит стрелять мне в голову. Это доставляет некий дискомфорт. А, нормально. Мой друг с этим разберется. Пора тебе замолкнуть навсегда. Он сегодня умрет? Что-то произойдет сегодня с ним? Смерть наступит? Мой рюкзак уже переполнен. Ну так ты возьми. Засунь что-нибудь. У тебя еще столько интересных дырок, дорогая моя. Засунь зелье куда-нибудь. Подходи, тварь. Мой клинок уже ждет тебя. А что же вы все так ругаетесь? Нормально. Чихнули. Все хорошо. Здорово. Спасибо. Привет, помогите мне убить бешеных волков и вернуть свой скот. Здесь окей. Идет речь о крови и о золоте. А мне всегда не хватает ни того, ни другого. Ох, пацаны, не везет вам. За как колдану. Давай. Под бодрый трек. Я как раз вызвала пылающий диск. Ну, им прям нравится, смотри. Прям они прям жгут. Прям поймали волну. Он даже подпевает, что-то нормально. Ненасытные твари. Ха! Просто так могу. Ау. Все хорошо. Ой, подожди. Жапа его неудобно сидит. Ай. Ой. Жапа его неудобно сидит, такое бывает. Такое бывает, ребят. Ненасытные твари. Не смейте есть коров. Не смейте есть моих коров. Это мои коровы. Только я их пасу. Все нормально. Тёлки, не кипишуйте. Сейчас все сделаем. Все разрулим. Тёлки нервничают. Лучники. Все, можно собрать. Пошлите. Ля, веду тёлок. Я веду тёлок, ребят. Так, не сметь! Не сметь есть моих тёлок. Это мои тёлки. Он ли мои тёлки? А я могу тёлок напоить зельем? Это уже получается какое-то спаивание, честно говоря. Есть калитка? Есть калитка. Тёлки пошли по огороду. Так безопасней. Потопчем чьи-то баклажаны. Слава богам, они живы! Да. О, здесь есть, кстати, комбо-мастер. Кстати. У меня плюс очко новое. Что здесь? А, да что так сижу неудобно, пацаны, ребята. Вообще не могу. Жопа потеет. Наверное, из-за того, что у меня пледик лежит на кресле. Надо его уже снимать. Харизма. Что, давайте качнем харизму. Мы пришли такие в магазин, такие.
Можно скидочку? По-братски. Так, хорошо. А, новое умение. Чё? Давай вот Дени мечом будет. Сразу его качнем. Так, нормально. Нормально! Хорошо. Так, комбо-колбастер. Это нам не надо пока. Здесь что? Таверна. Кстати, в таверне обычно дают задания. Какие-нибудь интересные. Что тебе нужно, мужик? Убей 10 бандитов. Не хочу. Не хочу убивать 10 бандитов. Хотя ладно, кажется, давай. Это будет забавное задание. И кровавое. Да, главное, кровавое. Ты что такое? Ну давай. Ни один забор нас не должен остановить. Такое. Хорошо. Я займусь этим, но предупреждаю. Хорошо. Заранее. Золото должно быть готово к моему возвращению. Ой. Может быть, я и не дочь древних богов, но я знаю, как себя порадовать. А это задание обещает быть веселым. Воры Флорентины! Воры Флорентины! 10 человек надо убить. Нормально. Сейчас порубаем колбасу. На окрошку вкусную, сладкую, с квасом. Два, в смысле? Я тут уже десяток положила, уже 10, блин, было. Ты кто? Ты наемник. Ты кто? Ты тоже наемник. А где вор? А меня отравили. Все нормально. Больше не отравили. Магическое убежище. Предательство карается смертью, и я готова исполнить Аняха. Приговор. Так, в смысле, ты не умер? Мне показалось, ты умер. И куда мне это засунуть? Ну, куда-нибудь, ну, засунешь, что ж такое-то. А, там был, сказать, торговец, мы к нему не зашли. Беда. Ой. Так удобно, что в эту игру можно играть, в принципе, одной рукой. Вообще. Ах, так ты его еще и не доковырял. Молодец. Ковырял, так он мне его и оставил. Спасибо. О, я вижу варюшку. Я вижу жулика. Я вижу 3 жуликов. Вижу 4 жуликов. Считается? Конечно, считается. Так, ну-ка, жулик. Жулик, не воруй. Так. 5. 6 жулик. Что это? Амулет. Не буду подбирать. Опа, золото. О, вижу еще воришек. Ой, прям Даша путешественница. Нашла всех жуликов и покарала. Подождите, пацаны. Я золото подберу. Поразвлекайте там пока Вилбура. Он любит людей ковырять. Да, в смысле, еще не все. И куда мне это засунуть? Ну, блин, ну куда-нибудь. Кстати, тут рядом призрак. Нормально. Еще один из лизоблюдов барона желает смерти. Устраиваю мухалай-мухалай. Деремся с призраками. Ой, да что такое-то? Прям неудобно, прям сижу, ребята. Прям уже и так села, и так. Я уже что-то не лежу, блин, тут у вас. В смысле, валяюсь. Так, я вызываю халай-мухалай, подожди. Вот так. Они зажали с двух сторон. Вилбур, помоги. Спасибо. Поковыряй, пойди немножко. Все нормально. Приемлемо. В принципе, пойдет. Ля. Призрак уже сам ушел. Такой, ну его. В жопу его. Опа-опа-опа-опа! У папулечки!
Пацаны, вот вы-то мне и нужны. Твоя боль, моё Вилбор ковыряет. Вилбор вообще молодец. Вилбор мужик. Это уже не вор, это разбойник. Это уже другое совсем, вы не понимаете. Не подходит нам. Так, чё, всё я тут сделала? А, это бесплатно, это уже кольно. Прикольно. Куда мне? Кстати, к торговцу. Зайдем сейчас, продадим ему. Все, что мы насобирали. Опа. Сейчас на твое же золото у тебя же и купим. О-о-о, мать. О-о-о. Алло, батя. Ой, извините, я вас немного ограбила. Батя, не, пойдем. Пойдем вот тут, батя. О, это мы точно сюда. Должно быть скучнее места в Анкарии не найти. Ну, нормально, мы развлекаемся. Вот так. Оп. Ну. Кольцо. Почему твое кольцо? Ну, кольцо. Комбо-атаки можно мне, пожалуйста? Давайте. Фу, какие комбо-атаки эти. Как? Руны. Способности. Вот. Зачем мне кольца? Что за дела? Почему мне дают кольца? Не делают мне предложения? Я уже замужем. Извините. Извините, парни. Я не могу. Опа. Водопад. Пойдемте. Вилбор, идем. Идем, Вилбор. Идем. Пойдем скорее, быстрее. Пойдем. О, Дмитрий вышел на балкон. Похоже, ему стало жарко. Вилбор, идем. Идем, Вилбор. Вилбор, догоняй. У моего персонажа отдышка. Да, надо прокачивать меч. Надо прокачивать меч, ребят. Опа, скелеты пошли, нормально. А, ну мы почти дошли. Эта дорожка, кстати, нас помню, что... А, здесь вообще нет этой дорожки. И вы не против, если я подниму колено? О, кстати, так удобно сидит. Нормально. И попа охлаждается. Хорошо. О нет, бегут. О нет, заколдовали. Да, подожди. Сначала нежить. Они более приставучие. Подожди. А у меня пока очень хорошо работает мое зелье против мертвецов. Он уже так и не вернулся еще с балкона. Происходит. Зачем ты ходил на балкон? Ты что, воздуха в комнате мало? Блин. Волшебники пришли. Плохие. Злые. Ты решил повшикать там еще? Ребят, мы почти дошли. Но не до... Деморды. Мы дошли до моста. Но это почти до Деморды дошли. Тешится лицо, кстати. Кстати, ребят, тешится лицо. Тиль. Держи в курсе. Так. Сегодня кто-нибудь умрет? Отлично.
это... Если я возьму это, мне придется выбросить что-то другое. Ну ты обманываешь, зачем? Смотри, хоп, есть место. Почему ты обманываешь, зачем? Ах, для чего? Я уже иду. Ах, какое чудо. Так. Опа, да, поменялось задание. Но тут у нас тоже есть это задание. Разные. Можно их повыполнять. Смотри-ка. Опа. Я нанимаю вас, Амон-Ши. Похоже, это задание хорошо подразумевает насилие. Я берусь. Даже несмотря на то, что это так же увлекательно, как смотреть на сохнущую краску, я возьмусь. На краску не надо смотреть, ее надо нюхать. Ладно, плохая шутка, ребят, была. Не надо нюхать краску, это вредно для здоровья. Так. Опа. Мужик. Что-то ползет. А, нет. Я подумала, для твоего же блага будет по пятой лучше, точке что-то ползет. Если это будет веселее, чем кажется. Ну, это было вообще веселуха. Так, чё, куда? Злая ведьма. Пойдем, убьем ведьму. Ой, нас остановил столб. Опаньки. Какая женщина? Какая здесь женщина? Вы видите эту женщину? Шикарная женщина. Так. Мы идем к злой ведьме. Злая ведьма. А, подожди, здесь еще наемники задания. Ладно, подожди, нам все равно там по пути. Сначала злая ведьма. Сначала злая ведьма. Злая ведьма вообще. Злую ведьму надо убить. Это не злая ведьма, это пехотинец. Но он тоже нам мешает здесь. Это что, злая ведьма? Это же мужики. Мужики тоже ведьмы? Что-то я не понимаю. Что-то я... Что-то невразумительное происходит здесь. Почему вода дымится? Пора тебе замолкнуть навсегда. Ой, что? Ну как, мы злую ведьму убили? Ай! А, это не меня бьют, это бьют Вилбера. Ну ладно, пускай его бьют. Вообще жалеть не буду. Он дурак. Он начало серии только и делал, что убегал от врагов. Опа, пацаны. Пацаны. Ребята. Давайте с вами развлечемся. Вас много. Я одна. Но у меня есть рога. Теперь ты будешь забытой легендой. Ой, чуть не умерла. Все нормально бывает. Блин, диск, иди убивай лучника. Что ты убиваешь того, кого я бью сейчас? И Вилбер опять валяется. Нет, он адекватный. Да куда ты пошел? Вернись. Вот так нормально. Даже если мне очень захотелось это взять, мне некуда это положить. Все, группа уничтожена. Отлично. Ой. Уже ты же... Нога поднятая не спасает меня. Все равно жарко жопе. Ай, а если убрать этот плед, то кошка будет, я знаю, будет драть кресло. И так... уже не так вот, подрала, уже новую. И тогда придется драть кошке жопу. Жопу. Ее рыжую. Она даже убежала. Испугалась. Так. Похоже, это задание подразумевает насилие. Заканчивать надо, конечно. Я берусь. Мы сейчас здесь все выполним и будем заканчивать. Пойдем. Тебе надо вернуть отцу. Да. Пойдем, дядя. Дядя тебя ждет. Я думала, это твой отец. Это твой дядя. Пойдем. А я сразу колдану. Я знаю, что это не дядя. Да. Коня. А ты думаешь, а я тоже могу летать, между прочим? Ты думаешь, ты что ли единственный такой летун? А я тоже могу. Вот, видал?
Ты стой! Я сейчас потеряю кусок. Диск свой вызову. Болгарский. С болгарской музыкой. Какой урод! Слышал когда-нибудь болгарскую музыку, нет? Сейчас услышишь. Еще один летун. Хватит! У меня нет желания это брать. Идите вот с головой с моим делом в действие. Да ты умрешь сегодня, алло. Ну-ка. Болгарская музыка, все нормально. Пора тебе замолкнуть навсегда. Ты умрешь? Алло. У меня же болгарская музыка. Никто не должен это пережить. Филипп Киркоров. Я уверена, что я могла бы это продать, если бы я могла унести это. Ой, а что ты мне дала? Что-то адский хор. Нормально. К болгарской музыке идеально подойдет. Все отлично. Злая ведьма. Злая ведьма. Злая ведьма. Идем отдавать задание злая ведьма. Злая ведьма, злая ведьма. Злая ведьма, злая ведьма. Подожди. О, как. Через дом. Бери. Да опять кольцо. Да что за бракосочетание происходит? Все дарят мне кольца. Бери, потом перепродашь. Что за дела? Да что это за мужик? Иди в кусты опять, извращение. Из-под сосны вылез там на меня. Не надо. Ну, ты видишь, там погода какая, лето, почему бы не, собственно? Ну, правильно, я иду тут по тропинке, по полянке. Тут из-под сосны вылазит мужик. И давай ты мне домогаться. Мой рюкзак уже переполнен. А я не такая. У меня все отверстия заняты зельями. Еще ж трамвая? Да. Да что за... Теперь какие-то мужики... Палками, уебалками тоже. Что за дела? Ой, такой горячий мужчина. В прямом смысле этого слова горячий. Он горит. Буквально. Да хватит тыкать меня. О, женщина, нормально. Вот это я понимаю. Вот это хорошо. Все замечательно. Так. Ой. Немножко бьет. Это что? Это я иду к колодцу. К отравленным. Нормально. Вот опять из-под сосны. Он опять из-под сосны. Извращенец. Два извращенца из-под сосны. Ой, эти хоть и не извращенцы. Эти хоть нормальные, адекватные парни. Так, пацаны, знаете, что я скажу? Я не хочу тратить на вас время. Не хочу абсолютно. Ладно, придется потратить немного. Мой рюкзак уже переполнен. Да что ж ты рассказываешь-то? Ну, на наручи точно место найдется, смотри. Смотри, берем. Они занимают 4 клетки. Мы берем 4 клетки и освобождаем их, смотри. Все просто. И все помещается. 21-24. Ты не переживай. Потом можно продать. Ё-моё! Только залезла в пещеру, а тут уже... Вечеринка намечается. Малый эликсир противоядия. Мы не возьмем. Пацаны. Я и не собираюсь уходить. Я открою страшный секрет. Давай. Отравитель. Вот он. Предводитель банды грабителей. О, противоядие. Нормально. А что ты меня так побили? Слышь, на порядок. Крылья новичка. Ну, я не знаю. Тю! Пока ты со своим концом до меня дойдешь, тут уже Вилбур со своим быстрее до тебя добежит.
и будет тебя ковырять своим концом. Живи теперь с этим. И вы тоже. Не надо себе это представлять, ребят. Да откуда? Снова из-под какой-то сосны вылез парень. Парень из-под сосны. Нет, не интересует. Я не знакомлюсь, ребят. Все, я просто бегу, я спортсменка. Не знакомлюсь абсолютно. Совершенно мне не интересно. Во-во, тебе кошелек или жизнь? Вы еще и гопота. Нет, спасибо. Меня мама не для того растила. А вот с этим загадочным парнем с бородкой я бы познакомилась. Давай. Ну давай. Стой, подожди, не убегай. Да откуда вас столько? Мой клинок уже подзаколебался ждать, когда вы все уляжетесь. Опять отравили. Отравили воздух вокруг. Все зеленое. Да хватит, ну не знакомлюсь я, ну я же говорю. Что происходит? Так, ну что? Давайте, что ты смотришь на меня? Я все-таки тебе понравилась, да, мужик? Ты поэтому на меня смотришь? А я к тебе еще вернусь. И ничего, что твоя голова на уровне моих сисек. Это идеальный рост, сейчас подожди. Так. Мы еще поговорим с тобой об этом позже. Ну что? Куда ты пошла? Подожди. А, подожди, я тебе отдала? Да, ты сейчас задал. Все! Давайте с вами сохраняться. Сохранить. Окей. И заканчивать. Потому что 53 минуты. Я, конечно, там буду обрезать, как обычно, в Сакраде по полтора часа. Вот. Но заканчивать надо. Огромное спасибо вам за просмотр. Я надеюсь, что этот выпуск вам понравился. Если это так, то вы поддержите его лайком, подпишитесь на канал, если почему-то еще не подписаны. Напоминаю про полезные ссылочки, которые находятся где? Правильно, в описании под этим видеороликом. Там целая группа ВКонтакте. Кстати, снова стала выпускать главы своей книги. Заходите, читайте. Книга, кстати, касается... Книга так громко называют. В общем, небольшая работа по Far Cry 3. Но от меня. В общем, кому интересно, заходите, читайте. Вот. Следующий выйдет что-то. Вероятно, это будет кооператив. Вот. Либо кооператив, либо киберпанк. Что-то на К, короче. Вот. Поэтому ждите. Не подписались? Подпишитесь. Не надо так. А это был Sacred Underworld. Это была я. То бишь Лавандерей, то бишь Ульяна. Здесь на диване в эротической позе лежит Дмитрий. Рядом в не менее эротической позе лежит Ася. Мне кажется, у них уже что-то намечается. Что-то запрещенное. Ну вот. А я с вами прощаюсь. До новых встреч и всем пока-пока.